А наше утро понедельника 26 марта предлагаем начать с чтения свежей прессы. Рубрика «Extra Virgin» прямо сейчас. И начнем с журнала «Антенна Теле7». Весеннее обострение. Март и апрель – нелегкая пора для тех, кто страдает язвой или гастритом. Но пережить этот период можно безболезненно. Сократить шансы на обострение можно тремя действиями. Ну, во-первых, снизьте эмоциональную нагрузку. Не вступайте в ссоры. Во время приступов гнева считайте до 10 и глубоко дышите. Следите, чтобы желудок не был пустым. Помните, что промежуток между приемами пищи не должен превышать 4 часов. А вот какой третий? Об этом читайте на странице 76 антенны Теле7. 5 ошибок в отношениях, которые сводят любовь на нет. Редакция журнала Let's Go Ярославля разбирает результаты неправильных поступков, которые приводят к разрушительным последствиям. И это ты, это я, короткий поводок, само собой, терпение и труд. Толкование этих фраз в мартовском номере Let's Go на 66-й странице. Ярославские таможенники задержали контрабандные айфоны. У предпринимателя забрали 26 смартфонов и пару экшн-камер. Что интересно, после проверки владелец сделал документы на 7 айфонов и их вернули. Осталось оформить еще 26 смартфонов и 2 камеры. А пока они хранятся на специальном складе. Алло, звонит таможенник маме, у меня новый айфон. За подробностями сходите на сайт «Комсомольской правды Ярославль». Это была рубрика «Extra Virgin», в которой мы отжимаем все самое свежее из свежей прессы.